Всем привет, друзья! Как войти в свой кабинет LiveGood? У многих, особенно новичков, возникает эта проблема. Как же войти? Я не сохранил, не знаю, забыл и восстановить не могу. Итак, самый простой вариант для тех, кто еще не является оплаченным партнером, это зайти в свою почту. Вот я захожу в почту, и здесь множество писем. Кликайте в любое практически письмо. Вот, давайте последнее возьмем. Переводите его на русский. Хорошо, чтобы это был или Google, Gmail или Яндекс. Здесь автоматический перевод. Вот кликнул на кнопочку и смотрим. Самый простой вариант войти в ваш кабинет – это кликнуть на вот эту кнопку «Join now», то есть «Начать сейчас». Она сразу же ведет в ваш кабинет. Поэтому кликайте на кнопку и переходите в кабинет в этом браузере. Вот, пожалуйста, здесь все необходимые ваши данные. Дальше там описывает, это означает. Фактически это нам пока не надо, присоединяйтесь сейчас пока тоже не нужно. И вот смотрите. Здесь есть вот такая ссылочка. Посетите этот сайт, введите свой адрес электронной почты и нажмите на My Powerline. Вот это вариант для вхождения новичков, которые еще не оплатили. Если же вы оплатили, вот эта ссылка уже у вас работать не будет. Но посмотрим, куда это ведет. Мы переходим по ссылочке. Открывается вот такая страничка. Вы, кстати, можете себе где-то сохранить ссылку на эту страницу. И здесь вставляете свою почту. Давайте, например, вот это неоплаченный аккаунт. Я кликаю и захожу. Вот, пожалуйста, вы уже в аккаунте. И я уже делал инструкцию. Вам прежде всего нужно сохранить ваши данные. Кликаете на My Info и обязательно сохраните свой вот этот ID. Ваш ID. С его помощью вы потом сможете легко входить. То есть вам нужна либо почта, правильно написанная вами, без ошибок, либо вот этот ID, чтобы восстановить свой кабинет, даже если вы уже потом оплатили. Итак, вариант для тех людей, которые уже оплатили, но не знают, как войти. Здесь тоже все очень просто. Когда вы заходите вот по этой ссылке, livegood.com логин, вот этой ссылке, или даже просто по LiveGood, давайте уберем, вот вы ведь можете зайти на сайт LiveGood, и здесь есть логин в правом верхнем углу. Кликаем логин. И открывается форма для входа. Представим, что вы уже вносили несколько раз свои данные, и у вас ничего не получается. Значит, вам нужно восстановить ваш пароль. И для этого кликаете вот сюда. Sign in help. То есть вам нужна помощь для восстановления. И у вас есть три варианта, как восстановить доступ к своему кабинету. Первый. Вы вносите сюда ID, о котором я говорил, вам нужно его сохранить. Но представим, что вы этого не сделали, у вас нет ID. Тогда вы можете внести свой юзернейм, то есть это ваш логин. И вы, по идее, его вносили и сохраняли. И для оплаченных пакетов они уже стабильны, они не меняются. Ну, по крайней мере, сами по себе не меняются. Вспоминайте свой логин. Либо крайний вариант – ваша почта. Ну, это вы должны точно помнить и знать. И тогда вы сюда вставляете свою почту. Но представим, что вы допустили ошибку в почте. Скажем, когда вы регистрировались, вы допустили ошибку. И вы внесли опять неправильную почту. Кликнули сюда «Send email». И вам говорится, что вы что-то напутали. Такой почты нет. Вы допустили ошибку при написании почты. И вот тогда вам нужен либо ID, либо логин. Либо написать правильную электронную почту. То есть здесь несколько вариантов. Я думаю, любой человек может использовать хотя бы один, который у него сработает. Опять же, это либо ваш ID, который нужно было сохранить, самый верхний вариант, либо ваш логин, юзернейм, который вы должны, по идее, помнить, вы сами его вбивали, либо ваша правильная электронная почта. Если вы сюда вносите правильную электронную почту, вам на почту приходит письмо с вашим логином и паролем. Ну, может быть, не сразу, может быть, придется подождать. Может быть, даже час придется подождать, потому что нагрузка может быть большой. Но если вы правильно внесли почту, например, я вношу, кликаю, вот такое, сервер error. Пусть вас это не смущает, через время все равно придет письмо на вашу почту. Но если мы это переведем, если у вас что-то не получилось, вы не можете восстановить, тогда нужно обращаться в поддержку. Вот она. admin@livegood.com. Описывайте ситуацию. То есть, например, я вносил такую-то почту, но сейчас я при помощи ее не могу войти. Прошу помочь восстановить, логин не помню, email не помню, ну и так далее.
Это нехорошая ситуация, это будет требовать много времени, может быть, даже не один день, поэтому лучше до этого не доводить. Используйте те варианты, которые я показал, они самые простые, и по меньшей мере в течение часа вы сможете восстановить вход в свой кабинет. На этом все. Надеюсь, что данная инструкция поможет решить вам любую проблему со входом. И до новых встреч. Всем пока!